читає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз поговоримо про те, що бадмінтоністка з Дніпра, бронзова призерка престижного міжнародного турніру. Сьогодні в наших гостях Марія Улітіна, майстерка спорту міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор 2016 року та 2020 років, та її тренерка сьогодні в наших гостях Вікторія Семенюта. Я вас вітаю. Ну що ж, пані Марія, розказуйте про так от ці змагання. 250 учасників, 36 країн. Така конкуренція. Як вам вдалося вибороти бронзу? Це було дійсно непросто, так як дуже сильний состав, навіть несмотря на те, що із-за коронавірусу многі не доїхали на цей турнір, все одно состав був сильний. І я дуже рада, що у мене все-таки вийшла завоювати медаль для України і для Дніпра. З ким змагалися саме у фіналі і наскільки було важко, в чому були якісь там, не знаю, переваги та особливості вашого конкурента? Одна з тяжелейших встреч у мене була проти дівчини з Венгрії. Це був четвертьфінал. І в полуфіналі я уступила першій сіяній турчанці. Мне немножко не хватило каких-то физических, наверное, сил, но все-таки игра была хорошая, и я очень довольна этим результатом. Что для вас означает сама ця так медаль? Эта медаль очень важна для меня тем, что это был первый турнир в Украине такого уровня. И завоевать медаль именно на первом таком турнире в Украине, это, я считаю, это очень престижно и приятно. Поэтому, ну, так. Чи встигли наразі відпочити після цього турніру? Та які у вас плани на надалі, як наступний у вас турнір або змагання? Эту неделю я все еще восстанавливаюсь, а дальше в планах месяц подготовки, и дальше идет серия турниров суперсерии, и задача выступить как можно лучше на них и подготовиться к ним. Пані Вікторія, як триває підготовка до нових змагань? У Маши, как я извиняюсь, что я российская мова. Ну, без питань, так вам зручно. Да, мені так зручніше російською. Машина підготовка, ну, как вы знаете, ми як на вулкані. В связи з коронавірусом ми постійно готуємося, підводимо спортивну форму, потім турнір відміняють. Тобто відмінили для спортсмена то, куди він стремився, де він драйв отримує, де він очки отримує, де, ви говорите, медаль. Медаль на этом турнире, ну, помимо того, что это просто медаль, это олимпийские очки, это какие-то премиальные, и это возможность спортсмену выразить свое, действительно, и свое эго, свои возможности, показать всем, что я сегодня могу. Мы тренируемся два раза в день, иногда три раза в день. И это как бы для чего? Для того, чтобы потом показать, что я могу, и защитить там честь своего города, страны, и сказать себе: да, я могу. Из-за этого у нас, конечно, планы постоянно меняются. После Олимпийских игр в Токио, как бы мы с Машей долго говорили, и в принципе Мария приняла решение все-таки попробовать участвовать в третьих Олимпийских играх в Париже. Поэтому как бы мы идем к третьей Олимпиаде. Главная цель – это третья Олимпиада. А по пути к этой цели, конечно, нужны победы на таких турнирах. Маша говорит, следующие турниры в марте – это в Германии, это турниры суперсерии, это куда съезжаются самые сильнейшие. На сегодняшний день у Марии рейтинг 58-й в мировом рейтинге. Да? Это очень серьезная заявка, ближайшая конкурентка ее в украинском одиночном бадминтоне 168-я, то есть уровень Маши гораздо выше, чем, ну, как бы остальные наши украинские спортсменки, хотя очень талантливые, молодые и классные.
Вот. И на сегодняшний день, ну, может, это громкое слово, но Мария является как бы для украинского показателя, украинская звезда украинского бадминтона, на которой равняется молодежь, которая молодежь хочет обыграть такого спортсмена, тем самым она растет и растет. Поэтому для Маши на сегодняшний день двойная нагрузка, мало того, что себя подготовить, еще понимаешь, что на тебя смотрят, и каждый хочет тебя обыграть. Вот. Поэтому тренируемся. В своей подготовке пригласили, даже попробовали работать с тренером по легкой атлетике. Есть такой Синдетский Юра, тренер известный у нас в Днепропетровске. Мы друзья, и поэтому он любезно согласился помочь именно в поднятие физической формы на новый уровень Марии. Мария ходит на легкую атлетику в группу Юрия Синдетского и клуб со всеми ребятами тренируется. И, конечно, бадминтонные тренировки. Поэтому я думаю, при Машином таланте, если нам не помешают все вот эти перипетии сегодняшней жизни, то мы к цели, к своей придем обязательно. Про які складнощі ви би хотіли розказати так, з останнього турніру? Ну, трудності, ну, ви ж розумієте, для мене навіть ми не планували в ньому участвувати після того, як Маша заболіла ковідом в Індії. Просидів 10 днів ізоляції в номері, пролежав в номері, ну, как бы, слава Богу, що якось більш легким варіантом, тому що ми привиті. Мы дисциплинированно соблюдаем все нормы, но вот так. Но после ковида как бы мы не знали, какое будет состояние. Вот. Но Мария рискованная всегда была, и как бы в последний момент взяла билет и приехала в Киев. Приехала в Киев, говорит, а я попробую. Попробовала первую, тяжело было. Я считаю, что самая тяжелая игра у нее была первая против Потапенко, когда ручки-ножки тряслись после ковида, и девочку, которую легко могу обыграть, не могу ее обыграть сегодня. Вот. Ну, когда она обыграла, она мне говорит, о, у меня получилось, я, наверное, еще одну игру сыграю. Вот как бы, ну, это дух спортсмена. Я сама когда-то давно-давно это была, я понимаю. Ты уже вышел на площадку, тебе уже хочется играть, все. Там, тобто, можливо, якщо б не коронавірус, то повноцінно, ну, можна було золото вести. Ми замахнулись би на золоту медаль, я думаю, да. Ну, я думаю, зараз встановимося і будемо це все-таки пробувати на інших турнірах. Тому що золото і золото, і давно його не було в колекції Маші на міжнародних соревнованнях, і я думаю, що було б неплохо. Марія, після так Олімпійських ігор, після яких вас прозвали Олімпійською надією, так? Токіо, Ріо, тепер Париж. Можливо, ви для себе виокремили якісь правила, чи ви вже повністю, ну, фактично розумієте специфіку Олімпійських ігор? Як би ви Олімпійські ігри характеризували? Ну, крім того, що це найголовніші, так, ігри для спортсмена. Це ж правильно? Да, действительно, Олимпиада, это, я считаю, для спортсмена это наивысшая цель. Даже не сколько, допустим, всем хочется завоевать медаль, естественно, на Олимпиаде, но даже просто поучаствовать в Олимпийских играх – это огромное достижение, так как спортсмен проходит путь очень тяжелый, начиная с детства, когда приходит… Совсем маленький. Да, в свой вид спорта. И когда ты попадаешь на такой турнир, как Олимпиада, это очень тяжелый путь отбора. Также, когда, ну, если говорить про специфику бадминтона, ты год играешь и находишься в постоянном напряжении, так как нужны эти очки, и очень много спортсменов ездит на эти турниры, чтобы попасть все-таки в эти 40 человек, которые попадут на Олимпиаду. И это очень сложно описать эти эмоции. Это, ну, Олимпиада — это просто… Вау. Это круто. Ну, це приблизно скільки? Це більше тижня, так, ви знаходитеся от саме там в Ріо? Да. Як це пережити? Як вижити? Як ти настраюєшся? Ну, є цель, завжди хочеться побіждати. І на Олімпіаді це хочеться зробити просто
больше, чем на каком-либо другом турнире, и поэтому, поэтому мы приезжали на Олимпиаду за минимум за неделю, чтобы была какая-то акклиматизация, подготовка, и когда у тебя есть какая-то цель, и ты просто делаешь все, чтобы ее достичь. И поэтому это, ну, это для меня это не составляло большого труда, потому что я знала, чего я хочу добиться. И каждая тренировка это маленький шаг к цели. Перед тем, как выйти на майданчик, про что думаете? От саме ці хвилини, коли виходите? Всегда думаешь, что я выйду, я буду играть в свою любимую игру, я хочу выиграть, я хочу победить, я сделаю для этого все. Чи азартна ви людина и сколько азарта в бадминтоне? Бадминтон, это, я считаю, это очень азартная игра, это игровой вид спорта. И если, я даже не знаю, как объяснить. В бадминтоне очень важны эти эмоции, это желание бороться и победить, и забить это очко сопернику, поэтому, конечно, без азарта в бадминтоне сложно. Мы в будь-якому разі вам бажаємо також в Парижі золото. Якщо все ж буде золото, чи є у вас ще якась більша мрія для спортсмена? Чим золото на Олімпіаді? Да. Ну, я думаю, бути в мировому рейтингі номер один. Хоча б один день. Так обов'язково буде. Пані Вікторія, а що ви скажете наразі щодо бадмінтону як такого спорту в Україні, в Дніпрі? Наскільки він розвивається, наскільки він популярний? Та чи є, наприклад, у вас вихованці, якісь юні, які тільки-тільки починають? Як багато зараз охочих выбирают этот вид спорта? Ну, бадминтон чудесный, конечно, вид спорта для всех, начиная от самых маленьких детей, заканчивая людей преклонного возраста, потому что каждый может найти свою скорость игры, каждый может найти как с кем и партнера. И слава богу, сегодня спортивные сооружения строятся у нас в Днепропетровской области, у нас сейчас открыт шикарный, я просто хочу сказать, зал, который соответствует всем мировым стандартам именно для бадминтона. Рада всегда видеть там детей, рада видеть любителей и, естественно, рада этот зал для профессионалов готов. Чем бадминтон? Это всегда, как правильно Маша говорит, это всегда азарт. Где нашим детям сегодня выражать свой азарт, свою подвижность? Где? В школе нет, дисциплина, сидим тихо. Сегодня дистанционка, сидим дома тихо, сходим с ума. Приходя на тренировку, пожалуйста, вам ракетки, вам валаны, ты можешь быстро отбить, ты можешь медленно отбить, ты можешь найти себе друга поговорить, ты можешь нагрузиться. Играя в бадминтон, ты не замечаешь, как ты получаешь физическую нагрузку. Вот. Любой вид, игровой вид, я считаю, для детей на сегодняшний день очень полезен. И Федерация бадминтона Днепропетровской области ждет всегда в наших залах. Это и зал спортивного клуба «Метеор», и зал «Олимпийские резервы», и все спортивные залы наших вузов, высших учебных заведений, все имеют бадминтонные площадки и ждут туда преподавателей, любителей, детей. Приходите, получите удовольствие. Конечно, для тренера очень сложно вырастить из 8-летнего ребенка, поверить, увидеть это. Мария, с 6 лет, правильно? Ну, Маша с 6, у меня Маша с 10 лет ко мне пришла. И как бы поверить, увидеть этот талант мы увидели, но тренеры знают, что еще до того, как получить хотя бы чемпиона Украины, стать много-много всяких надо научить и преодолеть трудности. Где мы преодолеваем трудности? В спорт надо вести детей, потому что они разучились вообще где-то преодолевать трудности. Мы смотрим в гаджет, нажимаем кнопки, у нас 3, 10, 100 попыток, мы можем повторить то, что у нас не удалось. Когда приходят в спортзал, то это уже реальная жизнь. Ты проиграл или ты выиграл, второго шанса нет. Вот. Поэтому спортсмены нацелены. Чувство патриотизма, ну тоже, наверное, я считаю, что нашим детям это не хватает. Спортсмены, они все равно патриоты. Один играет за маму, второй играет за своего тренера, третий играет за свой город, четвертый уже за ту страну.
Поэтому, вот, как Маша сказала, на Олимпийских играх, я думаю, что вся эта команда, наша сборная Украины, они действительно там проникаются чувством патриотизма, потому что приезжают все страны, каждый заряжен на свой результат. И вот эти эмоции ни с чем не спутать. Поэтому приводите детей, мы научим их быть патриотами, мы научим их преодолевать трудности и научим их побеждать. Это в жизни вам пригодится, не только в спорте. Дякую. Пані Марію, от на вашому прикладі, і особисто для вас, бадмінтон – це просто хобі або успішне хобі, яке допомагає вам вже заробляти фактично на життя? Я б не сказала, що це хобі. Бадмінтон – це моя життя, бадмінтон – це стиль життя, тому що я вважаю, я дуже багато лет наблюдаю, что если человек начинает заниматься бадминтоном, вот он приходит, он может бросить, он может какое-то время им не заниматься, но всегда все возвращаются в бадминтон, потому что бадминтон — это стиль жизни. И он учит, он действительно учит жизни, учит каким-то, как сказала Виктория Владимировна, преодолевать любые трудности, и это помогает в жизни. Поэтому то, что бадминтон, да, я им, на данный момент я им зарабатываю, но бадминтон – это жизнь. А якщо бадминтон плюс Олімпійські ігри, плюс міжнародні турніри, що це для вас так дорівнює? Ну, там, мандрівки, побачити світ, нові знайомства? Я це маю на вас. Звісно, це все в совокупності. Бадминтон дав мені розкрити свій потенціал, мій характер. Я дійсно дуже багато їздила, я увидела мир, я встретила очень много интересных людей, познакомилась, у меня много друзей с разных стран, поэтому бадминтон это моя жизнь. Так что идите в спорт, так? Да, 100%. На жаль, ефірний час у нас закінчується. Будемо прощатися. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Марія Улітіна, учасниця Олімпійських ігор, учасниця майбутніх Олімпійських ігор у Парижі, так? Однозначно, ми сподіваємося, точно. Майстерка спорту міжнародного класу, яка наразі так привезла до Дніпра бронзову медаль престижного міжнародного турніру. І її тренерка Вікторія Симонюта, я дякую вам, що завітали. З вами була Анна Гробанчук, дякую за увагу.